топливные баки. Это мне и нужно. Пилот, мне нужно к нему. Помогите!
ничего не понимаю. Над головой абсолютно чистое ясное небо, и вдруг налетает буря и сбивает самолет. Это невозможно. Ты знаешь, что такое невозможно, Лара? Но этому должно быть объяснение. Всему всегда есть свое объяснение. Лара, что случилось? Буря возникла просто ниоткуда. Тучи просто окружили самолет. Лара, послушай, я видел катастрофу. Значит, ты где-то рядом. Возвращайся ко мне. Да. Уже иду. Путь наверх. Хорошее место, чтобы зацепиться. Что ты на ногах? Я тоже, девочка. Не понимаю, все было в порядке, и вдруг
Налетела буря просто ниоткуда. Ты ни в чем не виновата. Это я их вызвала, Рот. Эй, мы найдем другой способ. Мэйдэй, 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 говорит второй пилот. Еще один пилот. N-177A, Джессоп. Прием, прием, вы меня слышите? Я сильно пострадал при приземлении, мне срочно нужна помощь. Капитан Джессоп, вы меня слышите? Я подал дымовой сигнал, ответьте. Черт, он меня не слышит. Нужно идти к нему. Нет. Вон его сигнал. У нас своих забот хватает. Мы должны собраться, когда найдется Сэмми. Я не могу бросить его одного. Я должна идти к нему. Иногда нужно чем-то пожертвовать, Лара. Ты не можешь спасти всех. Я прекрасно знаю, что такое жертва. Нет. Что такое потеря? Ты знаешь, жертва — это твой выбор. Потеря — это выбор за тебя. Я не могу выбрать для него смерть, Конрад. Вроде чисто. Здесь наверху никого нет. Ты прав, но у нас приказ. Я спущусь вниз к остальным, а ты следи за развалинами. Кто-нибудь на связи? Рот! Я здесь, Рейс. Что там у вас? Мы шли по чьим-то следам и добрались до города. Рот, это странное место. Чем они здесь занимаются? Не знаю. Да и знать не хочу. Вы нашли Сэмми и Утмена? Пока нет. Лара с тобой? Да. Скоро мы начнем спускаться с горы, чтобы встретиться с вами. Ладно, мы попробуем подойти ближе. Будь на связи! А это применяли в японском траволечении, канпо. Хм, похоже, пузырек не открывали уже много лет. Наверное, это грибы майтаки. Они укрепляют иммунную систему. Сигнал. Идем, пора возвращаться. Заткнись. Дай мне закончить. Да.
Когда-то это было частью Яматая. Часть большого комплекса. Сейчас никак. Thank you.
время покинуть этот проклятый остров. Довольно с меня, Яматая. Трудно объяснить словами природу власти императрицы Солнца, но она явно не от нашего мира. Все мои намерения были известны императрице с той минуты, как только моя нога ступила на ее землю. Она манипулировала мной, играла со мной. Она уже все знала. Если мне не суждено выбраться отсюда, я должен хотя бы предупредить своего господина. Ему необходимо любой ценой избегать Яматая. Если нам потребуется пройти здешними морскими путями, следует соглашаться на любую объявленную пошлину. Но ни в коем случае не идти против императрицы Солнца. Это приведет лишь к гибели. О другом виденном здесь, об этих мрачных кошмарах, лучше об этом не знать никому. Надо туда добраться. Лара, Рот рассказал про самолет. Не волнуйся, найдем другой способ выбраться отсюда, правда? Надеюсь. Что там с Эмми? Ее следы ведут в древний японский дворец. Мне это не нравится. Не волнуйся, может, она просто зашла туда посмотреть. Ты ужасный лжец, Алекс. Тебе нужно что-то с этим делать. Удачи. Эти развалины еще до курганного периода. Сейчас никак. Паломничество. Императрица Пимика? Невероятно!
капитан Джессоп! Боже мой! Ты доставила мне слишком много неприятностей, но ты наивна и весьма предсказуема. Убить ее! Это они! Хранители Они! Чимазуры не отберу! Надеюсь, не совсем заржавело. Гробницы. Императрица Солнца и ее штормовые стражи. Пимика, первая императрица Солнца. Это Яматай. Это действительно ты? Вернее, твои останки. Невероятно.
Это похоже на какой-то обряд. Обряд жертвоприношения. Ужасно. Но почему женщин сжигали? Очищение и восхождение. Вот что это. Это тот самый монастырь? Она льет воду. Зачем? А вот и ты, императрица. Стоп. Нет, это не вода. Это ритуал передачи власти. Обряд вознесения. Так ты выбирала себе наследницу. Манта! Черт, нет! Дать ее!
колокол подойдет. С тобой? Нет, я выиграла рацию охранника. Не понимаю. Меня похитили. Что? Где ты? Я не знаю. В каком-то древнем японском дворце. Они все время говорят об огненном обряде. Я жутко боюсь. Боже, кто-то идет. Нужно спрятать эту штуку. Сэмми! Сэмми! Огненный обряд. Как в гробнице Пинника. Ром, ты на связи? Направляюсь ко дворцу. Всех остальных тоже держи там. Я тебя догоню, и мы войдем туда вместе. Да, рано я решила, что хуже уже быть не может. Кого я видела там, в монастыре? Они были одеты, как штормовые стражи, и издавали звуки, нечеловеческие звуки. Черт, ты только послушай себя, Лара. Говоришь, как отец. Похоже, это представители какой-то затерянной цивилизации. Так, теперь я точно как отец. Итак, известно, что они убили тех людей. И я не сомневаюсь, без колебаний убили бы и меня. Но сейчас не время об этом думать. Сэмми в беде, и я должна ее спасти. Она надеется на меня.